Красота. Среди бегущих первых нет и отстающих. Баскетбол на спартакиаде новоуренгойских подразделений получился общепримиряющим. Всего три команды, которые гарантированно попадут на пьедестал. Сборное управление по эксплуатации вахтовых поселков, аппарата управления и службы корпоративной защиты разыграли между собой право называться самой меткой, остро атакующей и грамотно обороняющейся. Турнир скоротечный. Каждая команда сыграла по два матча. Многие соревнующихся сегодня работников принимают участие в других видах спорта. Кто-то играет в футбол, кто-то в волейбол, кто-то играет в теннис или занимается плаванием, да или вообще ведет активный образ жизни. Поэтому это все не мешает им показывать красивый баскетбол. После финального свистка все встало на свои места. Организаторы вписали название команд в грамоты, определили лучшего нападающего и лучшего игрока. Общие командные результаты таковы. АУП – бронза, УЭВП – вторые, чемпионы – служба корпоративной защиты. Константин Портных, Владимир Расихин, Новый Уренгой.